Разминка перед забегом – обязательное условие, иначе, особенно на короткой дистанции, не избежать растяжений и других мелких, но неприятных травм. А вообще, советуют опытные спортсмены, подготовка должна начинаться как минимум за 2 недели до испытаний. Тогда больше шансов на успех. Сначала короткая дистанция, всего 60 метров. Это некая разминка перед более сложным испытанием. Для девочек 2 километра, для юношей 3. Сегодня в основном бегут старшеклассники. Они сдают на 5-ю ступень, и дистанцию в 60 метров на золото должны преодолеть за 9,3 секунды. Девушки, юноши за 8 секунд ровно. Короткий отдых и вновь на старт. Тренеры советуют сохранять средний темп, дабы быстро не переутомиться. Но уже после первого круга есть те, кто сошел с дистанции. Неподготовленным лучше, конечно, не пробовать. А как вообще нужно готовиться? Ну, как готовиться? Ну, если длинная дистанция бежать, ну, хотя бы 3-4 раза в неделю бегать. Легкая атлетика называется легкая, а на самом деле это самый тяжелый вид спорта. А вот и первые, справившиеся с испытанием. Говорить пока тяжело, но радость от победы над собой чувствуется. Золото уложилось, на том спасибо. А как бежалось вообще? Сначала? Я взяла темп. Это мне было несложно, единственное, мешало то, что сзади кто-то бежит и очень резко дышит, по голове очень сильно бьет. А так, в принципе, нормально, если обслагиваться. Пример своим ученикам показывает учитель физики школы номер 7 Наталья Степочкина. Она тоже участвует в забеге и, кстати, успешно справляется с поставленной задачей. Труднее всего преодолевать себя. И неважно, на уроке ты это или на спортивной площадке, как сегодня. Я считаю, что в здоровом теле здоровый дух, и человек должен быть прекрасен. И не только внешне, но и внутренне. Внутренне наши дети показывают хорошие результаты в школе, на олимпиадах. А внешне здесь, на этой площадке. Бег – самая сложная из дисциплин, считают многие ребята. Но выполнив эти нормативы, к следующим они подойдут уже более уверенно и к концу учебного года преодолеют еще одну ступень ГТО. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».